Югорские ватерполистки получили вызов в молодежную сборную России. Сейчас команда находится на сборах в Краснодарском крае. От ватерпольного клуба «Югра» на повышение квалификации пошли сразу 10 спортсменок. Всего же до тренировочного процесса допустили 31 ватерполистку. Отмечу, что тренирует молодежку Сергей Маркоч, который также является тренером югорской команды. Девушки уже провели несколько контрольных матчей. На юге страны спортсменки пробудут еще 10 дней, затем вернутся в свои регионы. Главная задача сбора – подготовиться к европейским и мировым стартом, пока из-за эпидситуации точных дат соревнований нет. За одну неделю набрали, скажем так, достаточно хорошую форму, и с каждым циклом увеличиваем нагрузку, девочки ее выдерживают, и я удовлетворен тем, что вообще состоялся сбор, и тем уровнем подготовки, который есть на сегодняшний день у лучших игроков России. Мы от старшего поколения набираемся опыта в тренировочных играх и просто тренировках. Так как мы не тренировались на воде с марта месяца, первые 3 дня было тяжело плавать. Но со временем, в последующих днях, становилось все легче и легче плавать, и мы полностью втянулись.